Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикатором для бинарных опционов CryptoBinary Pro V2. Индикатор CryptoBinary Pro V2 создавался специально под бинарные опционы с уклоном в криптовалюты. Этот индикатор является сигнальным, но на чем он основан, сказать сложно, так как автор не указывает подробного описания своего инструмента. Также в индикаторе есть один весомый недостаток, который мы обсудим далее в видео. Обратите внимание, что CryptoBinary Pro V2 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно. Индикатор CryptoBinary Pro V2 устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно посмотреть в нашем обучающем видео. Ссылка на видео будет в описании. Обзор и настройки индикатора CryptoBinary Pro V2. Индикатор является сигнальным, как уже говорилось выше, и сигналы на графике выглядят так. То есть и стрелочка, и точка – все это один сигнал. Цвета стрелочек меняются в зависимости от направления, а точки всегда остаются белого цвета. В настройках CryptoBinary Pro V2 можно поменять срабатывание алертов и расположение самих сигналов. Также можно поменять цвета. А теперь стоит сказать о главной проблеме данного индикатора. Все сигналы CryptoBinary Pro V2 перерисовываются при обновлении графика или смене таймфрейма, вне зависимости от того, был сигнал верным или нет. Но несмотря на то, что сигналы индикатора CryptoBinary Pro V2 перерисовываются, они все равно могут приносить прибыль, потому что индикатор в реальном времени выдает достаточно точные сигналы, которые можно использовать в торговле бинарными опционами. Очень важно помнить о том, что не стоит изучать эффективность данного инструмента на истории, потому что все сигналы подстраиваются под график и не являются реальными. Проверить работу индикатора получится только при живой торговле и тестировании на демо-счету. Правила торговли по индикатору CryptoBinary Pro V2 для бинарных опционов. Если вы планируете использовать индикатор CryptoBinary Pro V2 без дополнительных инструментов, то как минимум стоит изучить, как работает тренд на рынках, как определить и использовать бычий и медвежий тренд в торговле бинарными опционами, как реагировать на смены фазы рынка и определять флэт. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. После того, как вы разобрались с трендовой торговлей, можно перейти к самим правилам торговли по индикатору CryptoBinary Pro V2. При покупке опционов Call нужно, первое, чтобы тренд был восходящим, не обязательно, но желательно. Второе, появилась синяя стрелочка. При покупке опционов Put необходимо, первое, чтобы тренд был нисходящим, не обязательно, но желательно. Второе, появилась красная стрелочка. Экспирации для всех сделок используются 3 свечи, а таймфрейм предпочтительно использовать M1, но можно рассмотреть другие временные периоды и сначала протестировать их на демо-счету. Давайте попробуем поторговать на реальном примере, используя индикатор CryptoBinary Pro V2 с таймфреймом 1 минута и экспирацией 3 свечи. Для этого мы используем платформу брокера для бинарных опционов Pocket Option. Thank you.
заключение. Индикатор CryptoBinary Pro V2 создавался специально для торговли бинарными опционами. И несмотря на то, что он перерисовывается, при правильном подходе и внимательном использовании данного индикатора можно получать стабильную прибыль. Но очень важно вначале протестировать его именно в реальном времени на демо-счету, так как на истории он показывает только перерисованные сигналы. Не забывайте, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо за внимание. Успешной торговли!